Всем привет, друзья, вы на канале Кубик, и сегодня я покажу вам очередную функцию айфона. Заходим в настройки, и здесь мы просто заходим в основные, далее хранилище айфон. И здесь мы просто выбираем пункт «Сгружать неиспользуемые». Если мы этот пункт включим, то у нас приложения, в которых будет очень долго мы не заходим, эти приложения просто будут удаляться автоматически. Но если мы их потом обратно скачаем, у нас все данные в этом приложении сохранятся. Это очень удобная функция, если у вас мало памяти на айфоне. Ну, на этом у меня все. Увидимся пока.